Всем привет! Ну вот, долгожданный день, 27 июля. Мы долго ждали этого момента, обещали вам. Но вот были некоторые технические сложности. И, наконец-то, сегодня утром наш программист Юра переслал Игорю Павловичу сообщение с ссылкой на Google Play. И Игорь Павлович прислал мне, я скачал, и вот... Добро пожаловать! Новая игра, которая есть в Google Play, называется «Собери монетки». Пока это, скажем так, тестовая версия, хотя мы уже много что попробовали, много потестировали, но тем не менее, на всякий случай предупреждаем, что все-таки версия тестовая, могут быть небольшие какие-то заминочки, которые, естественно, мы в ходе эксплуатации будем поправлять. Что нужно сделать? Найти в Google Play «Собери монетки» в поисковике, нажать «Установить». Вот, сейчас вы видите, скачивается. Скачалась. Она не тяжелая сама по себе игра. Все, после того, как скачали, нажать «Открыть». И вот перед вами заставка. Она один раз. Знакомая уже мелодия для тех, кто смотрел наш мультфильм про Колю Монеткина и его друзей. Все герои взяты исключительно из комиксов наших. Как вы помните, комиксы нам рисовала Настя, художник. Наша карагандинская художница. И вот еще двое человек, Вадим и Юрий. Юрий программист. Сделали вот это все из этого игрушку. Сюда, значит, вводите свое имя, для того, чтобы вы зарегистрировались в системе. И с вами будет диалог вести. Очень хорошо. Все, а вот Игорь Павлович с вами поговорил. Коля Монеткин. Да, здравствуйте. Алтынай. Здравствуйте, ребята. И Тенгебай. А вот и я. Привет, ребята. Здравствуйте, Игорь Павлович. Заставка будет идти только первый раз, когда вы установите игру. В дальнейшем, в принципе, все это можно пролистывать так, и можете сразу попадать в саму игрушку. В которой они смогут собирать различные монеты из фрагментов. А когда монета будет собрана, цельный образ, то она попадет в личный альбом коллекционера, где можно будет ее подробно смотреть и узнать о ней больше подробностей. Ты можешь им помочь и также собрать свою коллекцию. Итак, начнем. Вот сюда. После того, как вы послушали, соответственно, как бы вот здесь информация у нас, а здесь у нас для продолжения игры. Нажимаете для продолжения, и у вас появляется вот такое поле. Начать игру еще раз нажимаете. И вот монета номер один. Это у нас серия «Золото номадов», «Золотой олень». И вот классические пятнашки, на которые разобрана монета. И вам надо собрать, чтобы это все сложилось как положено. И последний кусочек вот этой монеты, недостающее поле, появится у вас, когда вы соберете все правильно. Ну и не забываем про таймер. Вот здесь вот у нас стоит таймер. И чем быстрее вы соберете, тем больше вероятность, что вы попадете... в топ самых лучших игроков по сбору именно вот конкретно этой монеты. Для каждой монеты будет отдельный тайминг идти и будут определяться самые лучшие игроки. В дальнейшем, после того, как мы игру протестируем и запустим, посмотрим, может быть, мы будем устраивать отдельно какие-то конкурсы именно для тех, кто соберет определенную монету на скорость. И, возможно, даже будем вручать какие-то призы. Но это пока в будущем. Это планы на будущее. Сейчас задача, чтобы вы потестировали, попробовали. И чтобы эта игра стала для вас приятным дополнением к досугу. Тем более сейчас у нас каникулы. У нас коронавирус. У нас... Идет. Так, чуть-чуть осталось. Давайте. Я
У нас карантин, все сидят дома, скучают. И поэтому, для того, чтобы вы не скучали, то можно коротать свой досуг, получать удовольствие и между делом изучать. Вот, видите, все удалось собрать, появился последний кусочек. И сейчас вот эта монетка у нас попадет в альбом. Вот, видите, первая монетка собрана. У тебя первая монета в альбоме. Открой его, изучи собранную монету. Нажимаете на альбом, и появляется страница «Золото намадов. Первая монета». Когда вы соберете все монеты, то у вас будет заполнена страница. А вот это у нас выползает, такое вот окошечко, где есть подробная информация об этой монете. Скажу так честно, вот Национальный банк запустил свой новый сайт, и на новом сайте с всей своей командой программистов и тому подобное, они до сих пор не смогли сделать каталог монет. А вот здесь буквально один человек смог все это собрать. И в этом маленьком приложении вы не просто играете, вы изучаете все данные о монетах. Ну что ж, сейчас еще идут заставки. В этих заставках еще появляется полезная информация для начинающих нумизматов. Для того, чтобы вы могли изучить новые термины. Сейчас. Музыка. Ну, первый лист, это значит, вот только аверс, вот это реверс. Одна сторона только. Потом будет две стороны. Наслаждение. Можно усложнить это там, это игру. Шевели мозгами. Периодически наши герои будут вам что-то говорить. Когда вы собираете монетку, они вам будут что-то рассказывать. О, ты большой мастер. Как всегда, труднее всего собрать вот последние вот эти вот два поля. На это очень часто уходит больше времени. Больше всего для того, чтобы разобраться с последними. Вот, вот видите, 1 минута и 2 секунды всего лишь ушло. На одну сторону. Сейчас вот понял. Монетки. Молодец. Вот здесь будет. Вот еще одна заставочка. Тоже с полезной информацией. Вот этой стрелкой можно двигать на предыдущее. Вот по этой стрелке. Она будет постепенно накапливаться. Так, сейчас. Здесь вот у нас идут настройки. Здесь вы можете громкость снизить. Можете дополнительные, как бы по музыке у нас, громкость звуков и подсказки. То есть можно отключить подсказки. Так вот. Что по желанию можно как бы обязательно все это как бы зайти и настройки. А вот перед вами ссылка на игру. Для того, чтобы зрители могли быстрее найти игру в Google Play, вот эту ссылочку мы закрепим в комментариях. Будет самый верхний комментарий стоять с этой ссылочкой. И для того, чтобы для вашего удобства, чтобы вы, кто не умеет Google Play пользоваться, или, может быть, там неправильно введете какие-то символы и будет некорректно выводиться, то, соответственно, вот по этой ссылочке вы сможете быстро пройти на нашу игру и скачать себе на смартфон. Игра адаптирована для всех вариантов смартфонов, планшетов, поэтому любое устройство, в принципе, ваше на андроиде. Естественно, пока мы игру фактически тестируем, это хоть и, ну, можно, как говорят, это бета-версия, а будут вноситься какие-то дополнения, поэтому играйте. И если увидите что-то, на ваш взгляд, что-то не так, что-то считаете нужным поменять, добавить, дополнить, обязательно пишите об этом в комментариях к этим роликам. Ну и самое главное, не забываем, что в Google Play у нас есть оценка игры. Не забываем ставить нам 5 звезд и
Не забываем там писать свои отзывы об игре. Это тоже немаловажно для того, чтобы игра продвигалась в Google Play. И мы в дальнейшем смогли ее совершенствовать, сделать ее более удобной. Ну и в планах, естественно, расширить альбом с коллекционными монетами казахстанскими. И думаю, что будут еще новые уровни у этой игры. Всем удачи!